Что, готовится полгода, и он будет со мной. Хорош. А есть клип? Моргенштерн, пробой с Егором Крином. Спасибо. Все, бой с Кридом будет, значит. Все, я все, пацаны, ну вот, ну мы спалились, да. Давайте, давай, да, катните. Все, мы берем по полгода на подготовку и проводим бой по боксу с Егором Кридом. Типа, вообще. Ой, блин, пацаны. Да. Бля, ну я не знаю, нахуй Морген спалил контору. Вот, но на самом деле, да, мы сейчас занимаемся. Вот. Взяли по полгода. Вот. Бокс. У нас будет бой, да, получается, через полгода. Вот. Я сейчас конкретно тренируюсь, повышаю FPS. Вот. Новый монитор купил специально для этого. Вот. Тренируюсь в Лоранте каждый день. Тренирую свой AIM, ну, чтобы четко попадать. Вот. Поэтому получается что-то. Бля, ну нахуй это он спалил всю контору, пиздец. Мы еще даже спонсоров не нашли. Еще даже не сказали, что мы хотим получить за это по, ну там, типа, по 5 миллионов долларов минимум. А он уже контору открывает. Сук. Такой бой, блядь, чат, успокойтесь вы. Я не знаю вообще, ну вот это, блядь, история, когда, типа, артист дерется с артистом, или там, я не знаю, блогер с блогером, это может, ну, интересно, шоу, но, бля, мне кажется, это люди делают, ну, чисто для того, чтобы попиариться, не? Типа, у этих людей, мне кажется, как будто даже, ну, нету никакой злости друг к другу, нету никакого конфликта внутри, просто, типа, бред ебучий, деньги заработать и, ну, и народ повеселить. Так все это, блядь, наигранно и странно со стороны выглядит, но... Ну, видите, люди на это ведутся, и люди это любят, видимо. Гоп-бой с Димой Гордеем, всем понравился, он тебя звал, что? Дима Гордей вызывал меня на бой? За что? Битва за коку? Типа, что за хуйня? Да.